Я Светлана Лобода. Я украинская певица. Последние 4 года я жила в России и работала в России, в Украине, по всему миру. Сейчас живу в Европе. Последние 5 дней самое худшее, что произошло со мной, с моими родными и близкими, живущими в Украине, с моими друзьями. Я не могу себя собрать и не понимаю, что делать. Я хочу сказать, что в моей стране, в Украине, происходит полномасштабная война. Людей убивают. Люди вынуждены прятаться по подвалам. Им нечего есть. С ними рядом маленькие дети. Многие пытаются сбегать под пули, под ракетами. У меня в Киеве моя семья, мой папа, моя сестра. Мои братья, мои тети, дяди, бабушки и дедушки. И они все прячутся в гаражах, в подвалах, в метро, потому что вывести мы их пока не можем, потому что это очень небезопасно. Я вас очень прошу, тех, кто может остановить этот ужас, ведь мы все маленькие люди, мы ничего не можем. Но есть люди, которые вершат судьбы и которые могут сделать так, чтобы все, весь этот ад закончился. Это глобальная катастрофа для всего мира. И к чему мы придем, непонятно. Наша жизнь на волоске. Наша жизнь всех нас на волоске. А Украина с каждой секунды теряет и теряет и теряет людей. Но мы же все хотим мира. Мы же все люди на планете хотим мира. Среди моих подписчиков 10 миллионов россиян. Я вас очень прошу. Я умоляю вас. Давайте все остановимся.